Спортсменов, которые будут в составе сборной страны бороться за медали в новом сезоне, выберут в Новочебоксарске. Именно там начались тренировки российской команды по легкоатлетическому многоборью. В составе команды более 20 человек, в том числе и представительница Чувашии Кристина Савицкая. Прошедший сезон для сборной оказался довольно насыщенным. На международных соревнованиях неплохо выступили юниоры. Илья Шкуренев даже установил рекорд страны среди молодежи. В этом году на российскую команду возлагают надежды. В феврале они должны выступить на чемпионате и первенстве России по многоборью. Впереди более статусные соревнования – зимний чемпионат мира. Правда, пройти отбор на эти старты будет непросто. Чтобы попасть на мир, нужно попасть в тройку лучших результатов зимы. Это довольно-таки непросто. Это очень сложно, но будем надеяться, что есть у нас два молодых парня. Вот Илья Шкуренев, на них, в общем-то, мы надеемся. Они будут здесь, он будет здесь, и Лукьяненко будет здесь. В общем-то, два человека, которые реально мы планируем, что они попадут.